Здравствуйте. Я Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенции кадровой и цифровой экономики Университета 2035. Я программный директор кадрового трека на Зимнем острове. У нас с вами очень ждет интересная программа. Мы будем говорить про кадры в течение 4 дней и примем очень важное решение, которое потом станет частью федеральной повестки. Вопрос с кадрами стоит уже многие тысячелетия, и в цифровой экономике он заострился очень серьезно. Ротация кадров, автоматизация бизнес-процессов, постоянное обновление технологий делают подготовку кадров крайне востребованной во всех отраслях. На острове вас ждут большое количество компаний, которые сегодня уже понимают острые проблемы с подготовкой кадров. Компании Росатом, Сбербанк, 1С, Mail.ru – крупные компании, которые понимают и вкладывают в образование уже не первое десятилетие, говорят о том, что разработка стратегии в области человеческого потенциала и человеческого капитала важно формировать не только со студенческой скамьи, но и в школе, а то и раньше. Остров – это не просто развлечение, это не просто лекция, это не просто послушать. Остров – это поделать. Кадровый трек – это про то, чтобы спроектировать взаимно интересные, взаимно полезные инициативы, согласовать их между бизнесом, образованием и регуляторами и вынести в рамках федерального проекта как новую дорожную карту по развитию человеческого потенциала в Российской Федерации. Мы начали эту работу давно, в 2017 году, но мы считаем, что сегодня, каждый день эта программа должна обновляться. Поэтому приглашаем вас, приглашаем бизнес, приглашаем коллег из различных образовательных организаций, из колледжей, из вузов, из школ. Что вы можете получить для себя полезного? Вы можете получить новый опыт в части подготовки кадров по развитию цифровой грамотности. Вы можете получить новые кейсы, которые используют сегодняшние компании в части развития искусственного интеллекта, подготовки продакт-менеджеров. Вы можете получить те практики, которые сегодня должны стать достоянием всей сферы образования. Как будет устроена работа на острове? По сути дела, это будет полноценный рабочий интенсив. Вы приходите со своими идеями, у вас есть свои проблемы, у вас есть свои задачи, и есть уже сформированная определенная повестка и определенные задачи в рамках федерального проекта. Эти два вопроса нужно соединить в одну общую проектировочную задачу. Нам нужно понять, с какими проблемами к нам приходит бизнес, нам нужно понять, какие ресурсы есть у образовательных организаций, и нам нужно понять, какие ключевые решения у нас в рамках федерального проекта есть для того, чтобы все эти задачи и возможности объединить в единый процесс. Проблему с подготовкой кадров в рамках цифровой экономики решают уже достаточно давно по всему миру. И мы считаем, что после такого импульса у нас уже есть достаточно хорошая площадка для того, чтобы обсуждать эти вопросы на нашем национальном бэкграунде. После этого у нас идет проектировочная сессия, когда мы вместе делаем определенную карту болей, карту проблем, которые нам всем нужно решать. Вечером нас ждут очень интересные лекции от визионеров, от спикеров со всего мира и из Российской Федерации, которые уже научились решать эти проблемы. В итоге 4 декабря мы с вами представим совместную карту решений, и мы надеемся, что большая часть этих решений станет федеральной повесткой. У нас будет жюри из числа стейкхолдеров, представляющих крупные компании, министерства, правительства. Для нас очень важно, чтобы эти решения услышало руководство. И мы сделаем все для того, чтобы лучшие решения начали реализовываться. Федеральный проект кадров для цифровой экономики и кадровый трек – это прежде всего люди. Крайне важно, чтобы список заинтересованных людей, экспертов расширялся. У нас соберется более 500 человек, у нас соберутся люди, которым не безразлична задача развития человеческого потенциала в Российской Федерации. И мы рассчитываем, что после кадрового трека, после Зимнего острова, эта идея и эти решения будут развиваться и на следующих островах. Те компании, которые по какой-то причине не смогли приехать или захотят чуть больше раскрыть свои внутренние задачи на Зимнем острове, у них будет эта возможность.